Рябиновая аллея становится больше. Накануне депутаты окружного собрания по традиции высадили деревья. Обычай зародился в 2019 году. Тогда, в честь 25-летия образования собрания депутатов, в парке были посажены первые 16 рябин. Участие в экологической акции приняли члены молодежного парламента. 16 рябинок дополнили аллею в парке «Юбилейный». С каждым годом их количество заметно растет. Вместе с депутатами окружного собрания добрую традицию, зародившуюся 3 года назад, по озеленению города продолжили члены молодежного парламента. Юлия Талеева к посадке саженцев отнеслась более чем ответственно. У нас в городе мало озеленения. Последние годы у нас каждый год проходит акции по высадке саженцев. И мне кажется, лет через 5-10 мы увидим высокие деревья. Ежегодно к депутатам окружного парламента присоединяются и сотрудники аппарата собрания депутатов Ненецкого округа. Каждый старается внести свою лепту в озеленение любимого города. Хотелось бы, чтобы большее количество людей принимали в этом участие, чтобы город становился красивее, зеленее, ухоженнее, чтобы было приятно здесь гулять людям, в том числе молодежи. Некогда пустынный уголок парка «Юбилейный» теперь алеет рябинами. Деревья подобраны не случайно. По мнению председателя окружного собрания депутатов Александра Лутавинова, именно это дерево ассоциируется с красным городом Нарьян-Маром. Тогда, когда рябина растет вместе, она просто создает изумительную красоту. Эти переливы, этих красок, бордовых, красных. Конечно, это очень здорово и красиво. И мне кажется, все стараются даже сфотографироваться на фоне рябиновой аллеи. За 3 года на аллее городского парка появилось более 50 деревьев, и с каждым годом их будет больше, потому что традицию будут продолжать. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».